вами обсудим тему, как же все-таки жить хорошо, богато, процветать и любить себя и своих людей. Секрет очень простой. Всего лишь нужно наладить отношения со своими родителями. Вы спросите, каким образом? Да очень просто. Позвонить папочке, мамочке и сказать: «Мама, папа, я тебя очень люблю». Попросить прощения за все грешки, за все должки и, естественно, попросить божественного благословения. Потому что тема родителей, она ключевая тема. И на родительских отношениях строится вся ваша жизнь. Поэтому не питайте иллюзий, что якобы, если родителей нет рядом, не дай Бог, если их нет живых, то ваши отношения якобы будут хорошими со всеми окружающими. На самом деле это не так. Почему это не так? Потому что папа – это финансы и ваш мужчина, а мама – это неприятности по жизни. Поэтому скорее, не откладывая ни минуточки, позвоните своей маме или папуле и скажите, что вы их очень-очень любите. Попросите у них прощения и благословения. Я вам желаю удачи. Как всегда, с вами была Марьяна Язова. Намасте!